А начнем с печальной новости. Не стало нашей землячки, члена Союза писателей России Натальи Власовой. Наталья Юрьевна неоднократно принимала участие в литературных мероприятиях Ленинского округа. Ее выступления с чтением авторских стихотворений на поэтических вечерах и творческих конкурсах никогда не оставляли равнодушными зрителей. Поэзии она посвятила всю свою жизнь. Первое стихотворение написала в 4 года. Член литературного объединения имени Шкулева, лауреат областной премии имени Роберта Рождественского, дипломант премии Пришвина. Память о Наталье Юрьевне навсегда останется в сердцах почитателей ее таланта.